Если на буднях у вас нет времени заняться здоровьем, то это событие точно для вас. 27 июля матичницы могут пройти бесплатное обследование в поликлинике номер 1. Комплексная программа включает сдачу анализов, консультацию профильных специалистов, а также проведение УЗИ и ЭКГ. Единственное, что требуется от пациентов, это наличие паспорта, СНИЛС и полис ОМС. Заняться здоровьем жители могут и на свежем воздухе. Активные игры – лучший для этого вариант. Все любители волейбола приглашаются в парк на стадион пляжных видов спорта. Сразу несколько мужских и женских сборных сразятся на песке за почетное первое место. Победить получится лишь у тех, кто проявит высочайший уровень сноровки и игры. А ровно в полдень в парке пройдет фестиваль Нептуна. Традиция отмечать этот праздник пришла от моряков, которые впервые пересекли экватор во время кругосветного плавания. Всех матичинцев ожидают театрализованные представления, увлекательные конкурсы, а также оздоровительные обливания водой прямо на свежем воздухе. Уникальный шанс ощутить себя средневековым писателем представится жителям прямо под кроной парковых деревьев. В ходе мастер-классов посетители опробуют себя в искусстве каллиграфии, напишут письмо гусиным пером, а также попробуют прочесть тексты на церковнославянском языке. Не пропустите!